Накануне очередного матча Анатолий Пахомов встретился с игроками и руководством футбольного клуба «Сочи». Это первый общий разговор в таком формате. Идею возродить в городе профессиональное футбольное движение мэр поддержал 2 года назад. Мы понимаем, городу мы нужны. Главе города эта команда нужна, это самое главное, и нужна болельщикам. То есть вот провели 3 игры, видим огромный спрос наших болельщиков, город ждет. Благодаря изменениям в развитии спортивной отрасли, которые произошли при подготовке и проведении Олимпиады, сегодня в Сочи 40% детей и подростков занимаются в спортивных школах. В городе работают 24 муниципальных учреждения спортивной направленности. 650 детей занимаются в муниципальном центре по футболу. И именно на жителей города делается сейчас ставка в молодой футбольной команде Сочи. Должны быть в вас уверены. Тут надо отдаваться по полной программе. Но зато у нас есть такая фишка. Это наши ребята, это наши жители, это наши ребята, которые здесь, за Сочи, будут жизнь отдавать, а не за деньги. Основа должна быть, это мой город, я его прославляю, я защищаю его честь. И это главное. Игра в Симферополе с командой ТСК пройдет 26 августа. Следующий матч намечен на 1 сентября. И, предположительно, он состоится уже на сочинском стадионе. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.